Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами скульпторов, художников. Дама с прекрасными руками Андреа Вероккьо, Микеле Андреа Чиони. Около 1480 года мрамор. Европейская скульптура еще не знала таких нежных переливов форм, никому до этого не удавалось так чувственно, осязаемо передать фактуру полупрозрачной ткани, за которой угадывается карнация, это цвет тела. Своими прекрасными руками женщина трепетно прижимает к груди букетик. У портрета незнакомки есть другое название – дама с букетом фиалок. Традиция считает даму Джиневры, де Бенчи, которую запечатлел молодой Леонардо да Винчи, находящего в мастерской своего учителя Вероккьо. По аналогии с данным произведением, считается, что и на нижней части живописного портрета, впоследствии отрезанной, были изображены руки с букетиком. Его вольная копия Лоренцо де Креди позволяет так думать. Идеальный образ, воспетый в скульптурной полуфигуре, все же однозначно обладает портретными чертами и композиционно вторит первому известному современному исследователю живописного портрета Леонардо. Это стало одной из причин, наводящих на мысль о возможном прямом участии ученика в работе наставника. Вот такое описание к работе Андреа Вероккьо «Дама с прекрасными руками» я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.